В Обнинске олимпиадное движение с каждым годом набирает обороты. Все больше и больше ребят принимают участие в научных состязаниях, достигая немалых высот. И, конечно, талантливых детей необходимо поддерживать. Во второй раз, благодаря поддержке компании «Синтек Групп», в Обнинске организован интенсив. Но на этот раз участие в нем принимают школьники со всех общеобразовательных заведений Наукограда. Ребят объединяет любовь к физике. На базе лицея физико-технической школы действительно открылась смена, профильная смена, интенсив подготовки к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников. При участии финансовой поддержки «Синтек Групп» мы благодарим компанию за оказанную возможность работы с тренерами высокого уровня, тренеры сборной московской. Сегодня более 50 детей из разных школ работают на этой смене, участвуют, занимаются теоретическими и практическими занятиями по физике. Физика – наука занимательная. Она объясняет многие процессы, происходящие в нашем мире, и ребят подобное увлекает. Одних школьных занятий детям мало. Учащиеся 9, 10 и 11 классов продолжают активно заниматься даже летом, а помогают им в этом преподаватели московской школы. Понятное дело, что уровень знаний он очень разный у разных детей, потому что, на самом деле, когда мы говорим про олимпиады, очень многое зависит от того, насколько человек сам пытается в чем-то разобраться, решать какие-то задачи, и поэтому кто чуть больше уделял этому времени, там где-нибудь на дополнительных, возможно, или сам пытался решать задачи, то, как правило, для них чуть более знакомы некоторые методы, и они быстрее все схватывают. Вот. Некоторые же, наоборот, не выходили за рамки учебников, поэтому им чуть сложнее посмотреть на задачи под другим углом, но, собственно, для этого мы сюда и приехали, чтобы показать, что вот можно посмотреть по-разному, что есть какие-то интересные методы, не всегда очевидные, не всегда в лоб. Вот, что задачи можно решить по-разному. Для кого-то опыт участия в таких занятиях по прокачке своих знаний первый, а некоторые участвуют во второй раз и ничуть не жалеют, поскольку такие мероприятия – повышение уровня своих возможностей в области физики, а в Обнинске немало увлеченных данной дисциплиной. Задача минимум – взять как можно больше от интенсива. Задача максимум – покорение этапов Всероса. Вообще на таких очных сборах в школе я первый раз, но мне очень нравится физика, потому что она позволяет взглянуть на мир совершенно с другой, с точной, как бы с научной стороны и обрести ясность мышления. В целом я благодарю за такую предоставленную возможность учиться у мастеров своего дела. Физика – это всегда как новая задача, новое открытие. Очень интересно смотреть на как бы уже знакомые темы под призмой разных задач. На данном мероприятии я нахожусь первый раз. Я очень рад, что могу заниматься дополнительной физикой, также познавать ее, узнавать новое. Ведь она очень необходима в жизни, также для остальных наук. Я очень благодарен, что позвали еще другие школы. Поэтому спасибо Синтеку за такую предоставленную возможность. Я считаю, что у нас физика буквально окружает вокруг нас. Мы же буквально используем разные аппаратуры, такие как видеокамеры тоже используют физику. Определенный свет тоже надо настраивать, определенную волну. Или то, что мы производим звук, те же самые колонки и тому подобное. Все это надо рассчитывать, все это надо понимать, и тогда у нас жизнь станет лучше и более технологичнее. Я хочу просто быть разносторонним, много чего нового узнать. То есть сюда я пришел с целью просто узнать, как здесь все устроено. Мне интересно, как устроены законы физики, как все устроено в нашем мире и что как вообще работает. Интенсив у нас проходит второй раз, я участвую в нем второй раз. В первый раз мне очень понравилось, очень понравился педагогический состав, темы предлагаемые, то, как это было донесено, мы узнали очень много нового, и это очень помогло нам при участии в региональном этапе олимпиад и при участии в каких-то других перечневых. В общем-то, нам все понравилось, и как бы ожидания от
этой смены примерно такие же. Понятное дело, что за несколько дней все темы физики не охватить в рамках интенсива. Но ребята в короткие сроки осваивают более углубленный материал по тем профилям, которые разбирают в 9, 10, 11 классах. Кристина Забошко, Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ.